Впервые в Республиканском многопрофильном медицинском центре проведена операция по реконструкции тазобедренного сустава у ребенка с ДЦП. Сложное хирургическое вмешательство провели российские специалисты. Врач-травматолог, нейроортопед Георгий Чибиров и врач-травматолог Маир Плиев. Ребенок 7 лет поступил на лечение со сложным диагнозом – детский церебральный паралич с множественными контрактурами суставов нижних конечностей. Маленький отцамаз полностью утратил возможность передвижения и самостоятельного стояния в связи с прогрессией вывиха и возникновения болевого синдрома. Пациенты появились на консультациях где-то полгода назад и выявили показания для хирургии. Там был двусторонний вывих у него, и сейчас он есть. Двусторонний вывих бедер, контрактура суставов нижних конечностей, деформация стоп. В общем, весь букет ортопедических осложнений, который может быть у пациента, спастического пациента. Решили, что мы прооперируем ребенка на территории Южной Осетии, на территории этой больницы. Вчера выполнили операцию, она объемная. Операция была проведена в хирургическом отделении детской больницы. Команда профессиональных врачей и медицинский персонал более 2 часов проводили сложнейшую операцию. Скорректировали часть имеющихся проблем, учитывая предполагаемую, ожидаемую кровопотерю в результате такой сложной операции. Мы разбили оперативное лечение на 2 этапа. На первом этапе мы скорректировали вывих бедра с одной стороны и устранили все имеющиеся проблемы ниже тазобедренного сустава с 2 сторон. На сегодняшний день ребенка уже подняли на ноги. Благодаря проведенной операции у мальчика улучшатся моторные навыки. Чувствую себя хорошо, разговаривает, уже кушает. Планируется где-то через полгода второй этап вмешательства на втором тазобедренном суставе. Реализация в результате операции вот этого ребенка будет возможна. И будем надеяться, что мы получим существенное улучшение моторных навыков пациента, потому как он сознательный. По статистике у ментально сохранных детей результаты лечения всегда лучше, чем у детей с задержкой когнитивного и ментального развития. Нейроортопед Георгий Чибиров регулярно приезжает в Южную Осетию для проведения ортопедических операций. Учитывая сложность, вместе с ним на этот раз приехал его коллега, врач-травматолог Маир Плиев, имеющий большой опыт в проведении подобных вмешательств. По его словам, условия и возможности югостинской больницы полностью соответствуют современным стандартам. Пришел помочь Георгию Мирабовичу. Мы вместе работали в Елизарово, там сдружились. И сейчас, когда у него бывают практические операции, зовет меня с собой помочь. В планах имеется приехать сюда, сотрудничать с местными врачами. Мне вообще здесь все нравится. Классная больница, очень хорошая. Медперсонал тоже готов с нами работать. Никаких препятствий к тому, чтобы я приезжал, нет. На самом деле, даже скажу, что на некоторых моментах лучше, чем у нас в Осетии, в Северной Осетии, в детской республиканской больнице. То есть в плане оснащения, ремонта, зданий, то есть все новое. Врачи проведут в Цхинвале еще ряд операций, а также проконсультируют детей с различными ортопедическими заболеваниями. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.